Здравствуйте, дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер. И вот там он, Грибобас. Видать тебе, Грибобас? Угу. Так, сейчас будет такой интересный вопрос. Грибобасу коротенький, сейчас он попьет сачку. Ой. А ты забыл сделать так. Слушай, подожди, Грибобас. Вот у тебя была бы возможность, да? Угу. Ну вот куда-нибудь, знаешь, ты бы встал бы там, допустим, в Москве на Красную площадь, вот где мавзолей. Ага. Ну, забрался бы на мавзолей. Ты бы этот, какой бы, ну, на, вот там на Красной площади закричал бы лозунг. Лозунг? Да. Ну, громко. Ну, я бы закричал: «Слава Ленину и всему советскому коммунизму!» Да ты чё, Грибобас, с ума сошел, что ли? Почему? Какому Ленину, какому коммунизму? А Ленин сказал коммунизм-то? Ты же верующий человек. Да. А при чем тут Ленин, ты чё? Какой Ленин, ты чё, Грибобас? А кому же всё? Ты живешь, короче, мыслями в СССР, я так понял. Ну почти да. Ты же забудь, ты уже в СССР-то не живешь, ты чё? Да, да, да. Да подожди, куда ты пошел? Да пойдем. Долго, ой, какой это. Долго хотел сказать. Лозунг придумывай. Какой Ленин, какой коммунизм, ты чё? Так, сейчас придумаю лозунг. Вперед, победе коммунизма. А чё ты прям с этим коммунизмом? Ты чё, Грибобас? Чё ты привязался к коммунизму? Ладно, понял. Да я не знаю. А чё ты к коммунизму привязался? Я не могу тебя понять. Зачем тебе коммунизм? Да мне он не нужен тогда. А чё ты какие-то лозунги? Ты как бы получается, ты вспоминаешь, какие раньше были лозунги там вперед к коммунизму, да? Типа того, что. Ты думай, исходя из того, что ты сейчас как живешь. Православный христианин, какие там лозунги-то? При чем тут коммунизм-то? В общем, как это? Вперед к победе, к православию. Ну вот что-то хоть получше там. Вот так вот. А при чем тут коммунизм? Надо только короткий лозунг, коротенький. А что так ты долго будешь говорить? Вперед к победе, к православию. К победе, к православию. Ты так придумай, чтобы оно тебе было вот так удобно кричать там, допустим. Слава, вот как ты говорил, слава коммунизму, ура, товарищи, типа такого. Да. А ты вот слава там чему? А вот слава, вот подожди, как он когда уже вот, вот где вот церковь, как она называется там, что штука, как она назвать, коротко? Я не понял, про что ты хочешь иметь? Вот, чтобы люди ходили в церковь больше. А-а-а. Вот как это называть вот это? Церковь? Ну а с какой целью, чтобы ходили, ну, в церковь? Чтобы люди крестились, причались к Богу. Ну там самое главное, в принципе, в церковь это ходить, это то, что вот покаяние. Покаяние то, что, чтобы, да. Покаяться, чтобы в своих, воин, да, чтобы жили все хорошо. Покаяться в своих грехах, изменить свое, а не то, что, как некоторые там думают, свечки поставить, да, да, да. И что там надо за это деньги платить. Пожалуйста, ходите в церковь, не покупайте свечки. Вас там никто не заставляет все свечки эти, да, покупать. Все правильно. Как бы на этом люди некоторые зациклились, свечки там надо покупать. И что типа вот эта православная церковь там деньги на этом зарабатывает. Все, значит, это как они там говорят-то, коммерческая структура. Ну, тебе никто слова не скажет. Заходи, не покупай свечки. Я знаю об этом. Просто приходишь и молишься. Да. И поближе нужно быть к Богу. И верить, что Бог на свете есть. Дело в том, что именно в православной церкви совершаются именно эти таинства. Да. Таинство причастия, таинство исповеди. Ну, кто верит именно в Бога, в Иисуса Христа, и кто в православной вере живет. Угу. Вот. Подожди. Во! Христос воскресе, во! О, точно, Христос воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе. Вот так вот. Наконец-то мы пришли к настоящему лозунгу, Грибобас. Ну, вот. Короче, ты, Грибобас, помнишь там в СССР какие-то лозунги, да? Да. И решил мне их это сказать, когда у нас... Тебе в партию коммунистов надо вступать. Коммунистов, да? Ну...
Все, Грибобас, я думаю, почему это спросил? У тебя есть возможность лозунг этот закричать. Я тебе в ответ тоже крикну. Вставай сюда. А чего закричать? Христос воскресе! А я закричу воистину воскресе. Ты сюда, сюда, куда ты пошел? Ну, да, на церковь смотреть. А не обязательно на церковь смотреть. Это ж не обязательно. Сейчас подожди. Я приготовлюсь. Так, зрители, не пугайтесь, мы сейчас громко будем это кричать. А как тебя сникать или как? Сильно, как будто на весь мир как. Ну, подожди-ка. Ну постарайся сильно, да. Хорошо. Давай, с Богом. С Богом. Христос воскресе! Воистину воскресе! Молодец, Грибобас! Спасибо! Грибобас, тебе понравилось? Скажи. Понравилось, отличный ход. И мне тоже, мне тоже понравилось. Красиво, красиво. Всем спасибо за внимание. Счастливенько. Всем удачи.